Для Вентспилсского музея наступивший год будет наполнен масштабными работами по реализации значимых для развития этого учреждения проектов. В мае у нас будет аккредитация. Этот процесс происходит раз в 5 лет. Министерство культуры проверяет, как мы работаем, выполняем ли мы свои функции. Это большая ответственность со стороны работников музея. Должна быть подготовлена вся необходимая документация. Мы уделяем этому вопросу особое внимание, чтобы в мае следующего года мы были 100% готовы. Уже сейчас ведется работа над осуществлением 4 крупных проектов, которые реализуются при поддержке фондов Европейского Союза. Существенные изменения коснутся работы Вентспилсского Приморского музея, где будет построено новое сервисное здание. Сейчас там ведутся работы по реконструкции экспозиции лодок и планируется построить новые навесы для этих экспонатов. В конце прошлого года началась реконструкция рыболовецкого судна «Грот», который в будущем станет городским объектом. Вентспилсская городская дума приняла важное решение относительно этого филиала музея. В Приморском музее необходимо реновировать мельницу. Она отслужила свое время, нужно провести ремонт. Мельница построена в 1864 году. Конечно, деревянные доски не сохранились того времени, но сама конструкция сохранилась. На эти цели уже выделены средства из городского бюджета. Вентспилсский музей примет участие в проекте по сохранению культурно-исторического наследия и природных ресурсов, в результате которого на Вентспилсский пляж можно будет попасть не только уже привычным путем. Мы строим улицу с красивым названием «Улица заката». Автор названия улицы – Ингрида Штрумфа. Там будет стоянка для автомобилей, будут пешеходные дорожки, по которым можно будет подойти к морю. Также все структурные подразделения музея планируют организацию различных выставок, которые будут интересны разным категориям посетителей.